Приветствую вас, друзья! Прямо за моей спиной ступеньки. Эти ступеньки, если предположить метафорически, могут быть той лестницей, по которой каждый день мы ходим вместе с нашими партнерами в счастливую семейную жизнь. И кто-то по этой лестнице ползет, выдыхаясь. Кто-то по лестнице супружеских отношений легко порхает. Почему одним везет, а другим нет? Именно для этого, для того, чтобы исследовать эту тему, поговорить о динамике развития супружеских отношений, поговорить о динамике развития отношений мужчин и женщины вообще в браке и вне брака. Для того, чтобы разобраться в этом во всем, мы создали вебинар, который будет происходить в рамках нашего клуба по арт-терапевтической супервизии. И он будет посвящен использованию методов арт-терапии в работе с семейными парами. О чем мы будем говорить? Будем говорить о техниках, которые не работают в семейной системной терапии, и теми техниками, и теми направлениями, которые дают наилучший результат из мирового опыта практической арт-терапии. Мы будем говорить с вами о том, как нужно консультировать мужа и жену вместе, раздельно, допустимо ли совместные консультации, на каком этапе нужно ставить совместную консультацию, и как грамотно давать поддержку ему и ей, для того, чтобы в итоге они соединились, стали ближе друг к другу, а не отдалились. Будем говорить о том, как консультировать маму или отца, если у них есть какие-то сложности во взаимоотношениях со своими детьми. Будем говорить о том, как мешают в семейной жизни или помогают родители наших партнеров. Что с ними делать и как с ними обращаться. Огромное количество тем, а самое главное – методология и наиболее частые проблемные ситуации, которые возникают в семейном консультировании, будут проанализированы мною вместе с вами на вебинаре в закрытой супервизионной группе, который посвящен использованию методов арт-терапии в работе с семьей. Буду рада вам, наши двери всегда открыты, запланируйте время заранее, поверьте, эта информация достойна вашего внимания, потому что семья, как известно, главная базовая ценность. Надеюсь, после этого вебинара вы будете порхать вместе со своим партнером по этим ступенькам, и идея двигаться медленно, ползти, будет не про вас, и она никогда не придет в вашу семью. До встречи на вебинаре!